Юлия Федорова служит во взводе десантной подготовки больше 10 лет. Начиналось все с детской мечты – совершить прыжок с парашютом. Девушка пришла на аэродром и задержалась надолго. Я всю свою детство занималась спортом активно. У меня мама и папа спортсмены. Поэтому, когда я пришла на аэродром и подтянулась там 10 раз, когда мальчики вообще не могли подтянуться, то сразу сказали: «О, такие люди нам нужны». Сегодня мастер спорта международного класса сержант Федорова, счастливая жена и мама двоих сыновей. Юлия не скрывает, что совмещать, кроме прочего, все эти роли непросто. И уверена, даже сильной женщине необходимо крепкое плечо мужа. Когда я уезжаю на соревнования, он выходит с детьми на детскую площадку. Его там уже хорошо узнают и спрашивают: «А где же мама?» И тогда он начинает гордо рассказывать, что вот мама у нас служит в армии, она уехала на соревнования там, в Китай, в Южную Корею, в Россию. То есть вот он гордится мной. Коллега Юлии Наталья Зимина – одна из самых опытных спортсменок команды. На ее счету почти 9 тысяч прыжков, десятки золотых наград. Погоны парашютистка надела еще в начале 90-х. Наталья убеждена, что и 20 лет назад, и сейчас армейская база идеальна для роста профессионального спортсмена. В армию придут профессиональные спортсмены. То есть больше возможности именно отдавать себя парашютному спорту. Только спорт, парашютные прыжки, сборы, поездки, командировки. Каждый день парашютистки армейской сборной ломают стереотипы, доказывая, что можно одновременно быть спортсменкой высокого класса, человеком с сильным характером, любящей супругой и матерью. Женщины признаются, секрет в том, чтобы найти свое место под солнцем и под куполом парашюта. Константин Гагарин, Светлана Смык, Евгений Чушкин, телекомпания «Воен-ТВ». Специально для программы «Наше утро».